Сегодня в Министерстве экологии объявили результаты эксперимента по использованию в Красноярске бездымного топлива. Напомним, в феврале жителям частного сектора бесплатно развозили инновационные топливные брикеты. Задача экологов была оценить его пользу для экологии города. Помогли ли топливные брикеты улучшить состояние воздуха, расскажет Денис Козлов. Эксперимент по использованию бездымного топлива проходил с 9 февраля по 15 марта в Покровке, Ботаническом, возле фан-парка «Бобровый лог» и здесь, в Николаевке. По словам экспертов, новый продукт испытания прошел удачно. Бездымным топливом топились больше 9 тысяч домов. Каждый собственник на руки получил по 300 килограммов. За эффектом специалисты из Минэкологии следить стали сразу. За время эксперимента они взяли больше 1000 проб воздуха. В микрорайоне Покровка наблюдалось снижение концентрации всех загрязняющих веществ. Наибольшее снижение наблюдалось по диоксиду азота до 2 раз. В микрорайонах Ботанический, Николаевка и в районе фан-парка Бобровый лог отмечено снижение концентрации всех загрязняющих веществ до величины, находящейся ниже предела обнаружения по методике определения. Эффекта сжигания топливных брикетов отметили и общественники. Они уже 2 года сравнивают воздух в одних и тех же местах. Самые опасные вещества для здоровья в атмосфере – это бензопирен, мелкодисперсная пыль и взвешенные частицы. Там, где частный сектор топили бездымным топливом, их стало в 10, а кое-где и в 20 раз меньше, говорят специалисты. Если все-таки большая часть, ну хотя бы 70% частного сектора перейдет на бездымное топливо, мы получим снижение вклада этого вида источника в приземный слой, загрязнение приземного слоя атмосферы по бензопирену с 950 кг до 100, то есть больше, чем в 9 раз. А это существенно скажется на рисках заболеваемости. 2800 тонн топливных брикетов горожанам бесплатно предоставила компания «СУЭК», а также сделала все возможное, чтобы обеспечить максимально эффективное проведение эксперимента. Весь месяц компания была практически на прямой связи с потребителями. Продукт действительно инновационный, он новый, и когда люди топились в течение десятилетий углем, дровами, чем-то иным, перевод на что-то другое, он всегда сложен. Поэтому, конечно, с помощью вот этих всех мер, как в средствах массовой информации, так и листовками, мы информировали население о правильном сжигании. Сейчас на Березовском разрезе СУЭК Шарыпово готов к запуску комплекс переработки угля, который обеспечит потребности Красноярска в экологичном топливе. А в Минэкологии думают о введении субсидий для тех, кто сделает выбор в пользу брикетов.